Всем привет! Вы на канале Лиза Прэн. И у нас продолжается неделя с фокусами. А этот фокус называется «Кольцо-невидимка». И я вам сейчас его покажу. Вот смотрите, первый фокус. На бархатной салфеточке у нас лежат все принадлежности. Два колечка, 2 рубля монетка и карточка. Смотрите, что будет дальше. Мы кладем вот это вот, вот сюда вот. Накрываем второе колечко вот так вот, ну, вторым колечком. Карточку. Так вот. Ба-бам! Она исчезла. Оп. Ба-бам! Она пришла. Видите, какой фокус? А сейчас я вам покажу второй фокус. Так, мы кладем вот это вот колечко на второе. Кладем туда вот мы монетку. Накрываем все это дело карточкой и поднимаем двумя пальцами. Вуаля! Она исчезла. Куда? Куда-куда? А я не знаю. А ну-ка подними, может быть, она там спряталась? Нет, монетки нет. А сейчас она появится. Но мы оставим при этом одно колечко. Оп, она пришла. И монетка на месте, да? Оп, да. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях. С вами была я, девочка Лиза. Пока!